Вітання усім, хто ці порі дивиться наш Майдан ТБ. Ну що ж, вчора театр абсурду і в Верховній Раді. Взагалі, ви знаєте, прийнято було закон, який в кабалу вганяє весь наш український народ, тому що цей уряд же не проіснує до того часу, коли треба ці борги страшні буде віддавати, начебто реструктуризація пройшла. Так що, а для чого вчора було? Це дежавю якесь, то ми бачили в Кабміні арешти, тепер в Верховній Раді. Олексія Арестовича запитаю, людину системного, експерта, не лише військового експерта. Олексій, ну з вашої точки зору, що вчора відбулося? Во-первых, идет предвыборная кампания. Раз. Надо делать яркие события, да, потому что у нас представительская демократия, она носит состязательный характер. А во главу общества, главная система ценностей общественных, поставлена личная собственность и богатство. Соединяем личную собственность и богатство с маркетингом, с необходимостью состязательного правосудия, получается, все политическая деятельность и все политические кампании строятся как маркетинговые кампании. Как реклама средства для выведения пятен. Вот логика то же самое. Да. Мы идем к вам. Да, вот, к домохозяйке. И вчера же арестовали не только Мосичука, арестовали полковника СБУ во время нарады, так, там, так, службы безопасности. Выборы, и будут еще аресты до выборов, для того, чтобы показать, что власть борется. Там, да, и всякое. И вот, наконец, там, после длительного подготовительного периода, когда мы ничего не делали, мы прошли этот этап и начали настоящую борьбу, которая прекратится 26 октября, сразу после выборов. Это борьба не на жизнь, а на смерть. И это раз. Во-вторых, как бы громят оппозицию. Потому что есть большинство шатающееся. Что сделал Лешко? Он вышел в национал-ориентированную оппозицию. Это очень опасная для власти штука, потому что расклад, к которому они привыкли, это национально-ориентированная власть и оппозиция, которая там... А Лешко уже не управляем. А Лешко не до конца управляем, управляем мы все. Те, кто ему дают деньги, они еще пока могут. Да политика, это же всегда строится на том, чтобы кинуть спонсоров. Ленин брал, говорят, деньги у генерального штаба Японии, Германии, там, у кого только не брал, и всех кинул благополучно. Да. И японский военный атташе, который передавал ему деньги, не знал, куда деваться из Москвы после победы революции. Это норма для политики. Бросить, кинуть спонсоров. Как только ты получил деньги, как только тебя надули рейтинг, ты уже знаковая фигура, там можно уже. Вопрос, кто кем управляет еще. Но, тем не менее, есть всегда средства управления. И уголовные дела, и преследование – это тоже средство давления. Давление, если не управление, то давление. На скандал будет раскручиваться, стороны будут обливать друг друга компроматом. Все как обычно у нас в стране. То есть мы так и не увидим действительно наказание самых верхних, так мовити, людей, які пішли за кордон, скажімо, той же Клюєв, прокурори, суддя апеляційного суду. Вони дуже багато знають, так що їх корисніше об'явити їм це і... Это один политический класс. Эти люди бизнес-партнеры, их дети учатся вместе, у них совместные доли в бизнесе, там все перепутано, запутано, и много так сделано, и такое количество компроматов, что арестовывать Клюева как-то не сильно им с руки. А то выяснится, что вот этой всевластной верхушки там настолько тесные связи, что с кумовьями и родственниками, может быть, не такие. Поэтому, тем более, он может открыть рот и начать говорить, если уже так арестовали, да, если так, если правила нарушены. Поэтому так тщательно подыскали, выбрали явно одиозную фигуру. Игорь Мосичук неоднозначный человек, да, и его деятельность неоднозначна. И как бы вот нанесли такой вот удар. Ну, це дрібна така, я скажу, шановні телеглядачі, я сам був присутній при таких от торгах. Для наших народних депутатів те, що робив Ігор Мосичук, це повсякденна справа, це їх заробітки. Да, так що тут будь-кого можна брати. І сума смішна, там, прикурити. Так, і сума для них смішна, смішна, да. Так що... Це, мабуть, що приятелі якісь. Ну, от я кажу, що це камуфляж для того, щоб цей закон і прийняття цього миттєвого закону про реструктуризацію боргів неоднозначно закону. Ну, это делается. Они же освоили простейшие правила информационных кампаний там, за время Майдана, за время полтора года. Вбрасывается яркий повод, под него подводится это самое. Как голосование за изменения в Конституции. Там же не особый статус Донбасса, самый важный. Там важно усиление, резкое усиление полномочий президента. Роспуск местных советов и... Префекти. Префекти, да. А этот особый статус Донбасса, он действительно, и правда все говорят, ничего особого не меняет, не является особой торговлей родиной. Там опосредованное количество подзаконных актов и так далее, ничего там особо не написано, кроме одной щемящей такой штучки, типа амнистии боевика. Вот, в принципе, он достаточно безвредный. А вот префекты и роспуск местных советов, вот это куда более интересная вещь. Но под крики зрада это все как бы прошло, да.
Ну, простейшая одноходовка. Показываем красный свет, да, потом подсовываем. Любой фокусник, когда знает, так любой, любой карманник. Судовая реформа, да. Судьи зараз будут. Да, но это стилистика карманника, вы заметили, как работает карманник. Ему, он наступает на ногу человеку, чтобы было больно, хлопает его по противоположной стороне тела, не там, где лежит кошелек, а потом говорит: ой, приятель, извини, прости, случайно, и вынимает кошелек. Ну, вот эта тактика, которую они применяют, тактика карманных воров. Так вот, лексику этих кишенковых злодеев, можно сказать, нас кинули, и не просто кинули, попереду безнадега. Да не безнадега. Дело в том, что мы, конечно, украинское общество и гражданское общество, и активисты страшно незрелые в политическом смысле и в общественном. Они как люди могут представлять собой цельные фигуры, но абсолютно незрелые как фигуры гражданского общества в массе своей. Они плохо понимают процессы, которые происходят, и еще хуже ими управляют. Во-первых, это дело наживное, этому можно научиться, и люди медленно научатся. И простые избиратели, и те люди, которые пытаются бороться с системой, будучи активом, да. А во-вторых, кроме них есть Господь Бог, кроме всех этих хлопцев, взорвавшихся. И он периодически так вот подбрасывает нам, я называю это дикие карты, которые полностью меняют ситуацию, полностью. Просто дождемся очередной дикой карты, и снова будет эволюционный скачок и так далее. Бог любит Украину, это видно по всему течению этого конфликта. Ну і тут дійсно ми вже дійшли, депресія досить таки глибока, незважаючи. Так, ми підростаємо, ми актив, але поки що вони мають владу і олігархічну владу. Я весь час порівнюю, от до війни депресія, Сполучені Штати і Гітлер в Німеччині, обидві країни піднімаються, але піднімаються як? Гітлер за рахунок цієї пропаганди і військово-промислового комплексу, а Сполучені Штати, розумна людина, Рузвельт зібрав цих своїх олігархів, і вони і дав завдання зробити побільше робочих місць, щоб все працювало в Штатах. У нас вони можуть поділитися, так мовити, отак от. Аристотель говорить, що і Платон говорять, що государство – це вопрос общего блага. И описываю, что государство растет как дерево, да, снизу, как живое дерево. И постепенно, сначала власть – это власть семей, потом власть больших семей, кланов. А государство возникает только в тот момент, когда у этих больших семей и у всех остальных возникает идея общего блага для всех. Вот есть мои интересы, да, которые защищают интересы моей семьи, а есть общее благо. У нас нет настройки общего блага, мы в этом смысле еще не государство. С точки зрения древних греков, которые 2500 лет назад эту технологию просчитали, освоили. Мы еще не государство. Мы на стадии вот распределения больших разборок между олигархическими кланами. Но их же подтачивает время потихоньку. Общество сильно меняется, интернет сильно меняет. Власть олигархов становится крайне сомнительной, власть вот этих вот хлопцев, которые держат государственную власть. Потому что есть технологии веб-2, есть альтернативное телевидение и так далее, и так далее. А это век информации. Информация вовремя поданное вовремя распространенное, играет огромную роль. Останавливают судебные процессы, например, там, да, и останавливают преследование, достают людей из решетки, влияет на решения, которые принимаются, потому что любой политик в представительской демократии ориентируется, что на соцопросы. Это означает, что он принимает большинство мнений и пунктов программы, он пишет и озвучивает, а потом вынужден соответствовать хоть как-то. Это то, что дают соцопросы. А степень способности влиять на соцопросы огромное количество сейчас, огромное. И какой-нибудь блогер со 100 тысячами подписчиков, он работает один как национальная СМИ, СМИ национального масштаба, потому что пост в Фейсбуке, у которого 1000 лайков, это где-то 50 тысяч просмотров, показов в ленте. Это масштаб национальных средств массовой информации. И технический прогресс не стоит на месте, он все больше и больше открывает возможности. И на наших глазах в короткое историческое время власть олигарха будет размываться и ходом истории, и логикой событий, и изменением общества, и изменением технологического уклада. Так что, и потом, тут же какой момент, что касты никуда не делись, да. Торговцы не могут править бесконечно, да. Поэтому рано или поздно это закончится, в кратчайшее время. Ну и вот мы зараз живем действительно в такой час, когда довіри до влади такой немає, а йде війна, и начебто вона має стимулювати розвиток, економічний підйом, а ми весь час з простягнутою рукою ми запозичуємо, запозичуємо, запозичуємо. Це означає, що уряд у нас ніякий. Это означает, что это способ жить у них такой. Они же не бизнесмены. Они все говорят, что бизнесмены, олигархи, да, там и так далее, но они не бизнесмены. Они воры и мародеры, да. Существует три способа обогащения в Украине, серьезного обогащения. Не 20 тысяч долларов заработать в месяц, это может и программист сделать, а именно серьезное обогащение.
Это воровство бюджетных средств, воровство западной помощи и создание устойчивых коррупционных схем, поддержанных политически и законодательном уровне, да, в отношении всего этого. Абсолютная монополизация рынка энергетики, да, там, например. Абсолютная монополизация рынка металлов, там, отдельными холдингами и так далее, финансово-промышленными группами. Это выгодно. Воровство российского газа было и остается электроэнергией одной из самых важных средств обогащения. Это бизнес больших начальников, там, да, вот на уровне администрации президента, Верховной Рады и так далее, кабинета министров. Ну, поэтому они эффективны в воровстве, но на все остальное им не хватает ни внимания, ни понимания, ни необходимости. Они не понимают одной простой вещи. Если бы они воровали и что-то делали для государства, они бы свою главную мечту очень сильно разбогатеть выполнили бы гораздо лучше, чем этот сам. Потому что если бы они хоть что-то делали для государства, происходили бы видимые реформы, изменения и так далее, кредит доверия был бы такой, что им бы добрый украинский народ закрыл бы глаза на все их воровство. Им не хватает на этого внимания и понимания. Потому что человек не может прыгнуть выше самого себя. Особенно, если не очень хочет прыгать, понимаете. Они есть те, кто они есть. Что бы они ни строили, они строят помесь обкома партии с коммерческим киоском. В лучшем случае, понимаете. И у них по-другому не получается. Как шутка, помните, было время Кравчука, по-моему, какую партию не строй, получается КПСС. Так и есть. Это люди, которые дети поздней советской номенклатуры. Эта номенклатура не имела опыта сталинских строек, космонавтики, подъема. Она имела опыт только разворовывания в загнивающем, падающем государстве и приватизации. Ну, у них соответствующая сформированная психика. Они вообще не понимают, зачем это нужно. Это люди, которые выделяют средства в воюющей стране, на воюющей армии. И воруют. Крадут. Да. Но это не то, что мародеры. Это просто на крови. Падальщики, это заработки на крови. Так. В воюющей стране. При этом они умудряются лить слезы по павшим ветеранам, да, там общаться с женами детей, с детьми людей, которых в убийстве которых они приняли косвенное участие, а может быть и прямое участие. И как бы, ну вот история с расстрелянной волонтерской группой, да, в секторе А. Там этот же волонтер, перед смертью озвучил цифру. 300 миллионов гривен в сутки контрабанда только по сектору А. Давайте еще раз услышим. 300 миллионов гривен в сутки по сектору А. И дальше все понятно с этим конфликтом, с его выгодой, кто его организовывает, кто его поддерживает и так далее. Скажите, возможно подобная схема в таких денежных масштабах, да на уровне командования сектора, на уровне губернатора, не нынешнего, а предыдущего, который без самого высокого покровительства и так далее. А покровительство нужно, наверное, не бесплатное, правильно? Там явно есть участие. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому маємо, що маємо, есть такий гарний український вислів. Вот це кляте слово «схеми». У нас уже, я не можу чути від діти, кажуть, схеми там радіоприймача якось, а схема вже починає смикатись. І ці схеми довели вже до того, що знов-таки ми на армію виділяємо мільярди. Зараз волонтери кажуть, що цю форму, яку для Нацгвардії пошили, знову вона така, що у хлопців там, коли опіки і все, вона ж... Ну як це можна, в принципі, цим людям донести до того, що це ж не просто злочин? Давайте скажем честно, у общества нет реальных ключевого влияния на них. И поэтому, когда терпят, когда накапливается, обрывается терпение по какому-то поводу, возникают древние архаичные формы. Что такое Майдан? Первый и второй. Это вече. Это форма не влияния ни 21 века, ни 20-го, даже не 19-го. Исторично глубже. Это историческая глубина оттуда приходит. То есть это способ самозащиты народа, очень древний, уходящий корнями еще в дохристианские мифы, да, Руси и так далее, и так далее. Это значит, что Майдан — это свидетельство того, что народ достали до самого невозможного этого. У нас нет реальных способов влияния. Вся система отстроена так, им принадлежат основные СМИ, и они выстраивают законодательство. Состязание гражданское и политическое носит состязательный характер вся эта политика. Естественно, группа активистов с бюджетом 200 гривен никогда не переиграет олигарха, который 20 миллионов может выделить на избирательную кампанию. Или, скажем так, им трудно переиграть. Да, поэтому приходится удивляться не этому. Приходится удивляться, что у нас здесь еще не путинизм. Хотя они очень хотят построить, я называю, строй, который называется хуторской путинизм. И не Александра Григорьевича Лукашенко, и строй имени Александра Григорьевича Лукашенко, что все-таки здесь как-то удерживается это. И мы достаточно правовое государство.
где есть степень свободы. Наш там, с вами разговор этому подтверждение. Да. На фоне того, что творится в остальном СНГ. Украина, из бывшего Советского Союза, Украина самая свободная территория, но не считая Прибалтийской. Ну, я нещодавно в Середній Азії там водив людей по пустелі. Я не Моїсей, а просто там як провідник пройшовся, да, подивився дійсно. Ну, там історично вони ще в 18 столітті. А ми, як держава третього світу, маємо єдиний вихід. Невже? Я б не обіжав государство третього міра. Так. Ми, по-моєму, где-то. Але вони виходять ніж, з таких ситуацій шляхом військових переворотів. Воєнний переворот. Значить, самые політичні люди – це наші воєнні. Они могут провести, у них достаточно понимания силы, технического силы средств, это люди, которые провоевали, но они находятся в ловушке в определенной, потому что они же государственные люди, да, и служат государству. Они могут сколь угодно не любить персоналей, они их не любят и прямым текстом говорят, кто они такие, часто им лицо. Но выступить против самого государства, существует же очень плотная информационная связка, которую устроили, пропаганду устроила СМИ целенаправленно, что если будет военный переворот, Путин немедленно захватит пол Украины. И мне всегда смешно, потому что, что армия якобы побежит и не будет слушаться. А что она побежит и не будет слушаться? Вот любой солдат. Во-первых, пока до них дойдет... Нынешняя армия уже не побежит. Нет, ну представим себе, вот мы сидим на передовой, взводный опорный пункт передовой. И где-то там через пень-колоду послезавтра нам доложили, что какие-то проблемы там в Киеве, да, и кто-то в очередной раз власть меняется. Я хватаю все свои вещи и бегу куда? В тыл? Не в якому С какой стати? Да. С какой ты стати? Да, даже не в этом дело. Бегущего убить одно удовольствие. Да. Просто инстинкта самовыживания надо держать те позиции, которые ты держал. Потому что эту оборону пробить трудно. А если ты побежишь, тебя начнут преследовать и поймают. Поэтому армия будет как стояла, так и будет стоять, я вас уверяю. Это очень, очень ложная установка, связанная с тем, что вот если власть поменять, будет непременно анархия. Чего она будет? Бояться. Ну, бандиты не имеют тенденцию, которые способны устроить анархию, не имеют тенденции захватывать государственную власть и управлять ее. Они не знают, что с этим делать, и вся их экзистенция построена на противостоянии государственной власти. То есть добровольно становиться мусором, как они называют, зачем им это надо. Если власть будет захвачена в результате ряда беспорядков, придут наверняка национал-ориентированные патриотические кадры, так или иначе. И они заинтересованы в чем? В порядке выполнения Конституции. То есть это очень ложная связка, которая внушается искусственно, что лишний раз показывает силу воздействия на мозгов, тех самых олигархических СМИ, так. которые работают на удержание той же системы. Система мало того, что проедает страну и губит людей, она еще работает на воспроизведение самой себя. Принимается все новый пакет законов, создается все больше информационных поводов и конструкций, которые говорят, вот только мы ездим, удерживать эту вот тысячу, вот эту колоду с тысячу засаленных толстых мужиков с барсетками, в туфлях с загнутыми носками, да, они как бы управляют, мы управляли и будем управлять. Вот основной месседж. И самое главное, что вы поймите, нет никакой альтернативы. Вот основной месседж – это безальтернативность. Они Саакашвили для чего поставили на Одессу и всех грузин? Чтобы он провалился. Ну, то еще, да. Як ясно, уже прибирает заступник головного прокурора и теж туди. Он должен провалиться, вся эта грузинская команда должна провалиться с их точки зрения. И они должны сказать, что система должна сказать, вот видите, ну, мы вам дали лучшего реформатора в бывшем СНГ. Он провалился. Может быть, не надо, вот это, может, варяхов, давайте мы будем править. Мы все-таки свои, мы знаем систему, с нами можно договориться там, и так далее. Вот основной месседж. Никакой альтернативы нет. Нет альтернативы Минскому процессу. Это, нет, если послушать, нет альтернативы нормальному там, парламентскому процессу. Нет альтернативы нам. Нет альтернативы. Безальтернативность. Общество загоняют безальтернативность. С точки зрения христианства, христианской морали, например, это сатанизм. Лишение человека свободы выбора в чистом виде. Про что и говорят разумные люди уже дуже-дуже часто. Это чистый, чистый, ничем не замутненный, очень милый такой сатанизм домашний, по-украински, с галушками. Потому что что? Потому что Господь работает над тем, чтобы у человека как можно больше выборов было. Да? Это с точки зрения теологии, там, совести, с точки зрения теории систем физических, да? И у кибернетических управлений. Все время решения должны приниматься такие, чтобы увеличивать свободу выбора, свободу возможности решать. А нас загоняют в обратную воронку, без альтернативности, без черной технологии, применяемые против нас, против как общества, как сознания отдельного человека и так далее, лишающие человека наших детей будущего. Вот реструктуризация долга. Мы же все, кто хоть сколько-нибудь понимает, он понимает, что нет никакой реструктуризации. Просто отдали детям отдавать и внукам. Да, вот вы будете разбираться за то, что мы набрали. Теперь дайте нам, мы будем жить, мы фаршируемся. Да. А этим скрывается еще одна штука замечательная, что в Польше за время вот ее реформ, начиная с 1991 года, примерно там развала, 89-го, развала социалистической системы начала, ЕС так или иначе, по некоторым данным, больше 100 миллиардов евро предоставил безвозмездно в виде разных там мелких грантов, крупных грантов там и так далее. Других программ. В Украине ничего. Мы за все платим.
мы все берем в кредит. Отсроченный кредит, реструктуризованный кредит, диверсифицированный кредит, но кредит. Это означает очень просто. За Польшу они готовы платить бесплатно за Грецию, а Украину они Европу не считают. То есть мы платим за европейские иллюзии еще. Это не значит, что мы не часть Европы. Мы часть Европы, безусловно. Это не значит, что нам не надо интегрироваться в Европу. Надо. Возможно, не в форме ЕС, а в других формах. Например, Черноморско-Балтийский союз и так далее, и так далее. Но мы платим за европейские иллюзии очень сильно. И дети наши будут платить, и внуки наши будут платить, если ничего не изменится. И мы говорим, что система украинская – это часть только большой системы, которая в целом всю Европу охватывает. А так, если разобраться, в весь мир. У кого больше общего? У Путина с Порошенко и с Меркель? Либо у нас с Порошенко, с Путиным и с Меркель? Оказывается, лояльность по группам, да, вот, по классам политическим, она более важна, чем лояльность по гражданству, по национальности, по общности истории там, и так далее. Оказывается, если у вас украинский паспорт, у меня украинский паспорт, и у какого-нибудь олигарха украинский паспорт, это меньше повод для лояльности, чем два олигарха, один с российским паспортом, другим с украинским, говорят по поводу своего бизнеса и организовывают его. Сейчас это делается на крови. Вот реально текущая ситуация. Дивуватися не слід, і я думаю, що багато хто вже навіть діти розуміється. Однак той момент, про який ми весь час говоримо, потрібні перевибори Верховної Ради, але нас заганяють у цю чорну діру і кажуть, що ні, ні в якому разі. Як технологія це може бути використана? Якщо буде назрівати Майдан, а не вкинути ідею розпуску Верховної Ради? У нас же президент сакральная фигура, неприкосновенная практически. А Кабмин вообще непонятно, что технический орган. А Верховная Рада – это сосредоточение всех бед. Так отстроена информационная политика. Вот плохие депутаты. Если кто плохой, то в первую очередь народный депутат. Значит, ее сольют. И скажут, а это действительно были плохие депутаты, они ничего нормально не сделали. Мы сейчас наберем много депутатов, и будете иметь полную возможность, граждане, проголосовать, выбрать своих, и все. И потом не говорите нам, что все не так, мы же вам дали возможность проголосовать. Попытка канализации протеста через перевыборы Верховной Рады очень вероятна. Очень вероятна. Ну, чтобы не было уличного протеста. Да, давайте, вот не надо, нет, чего вы нервничаете, зачем вы выходите на Майдан? В марте какого-нибудь будут выборы, идите на выборы. Там голосуйте, мы же цивилизованные люди, все как в Европе. Зараз ці вибори не дадуть. От місцеві вибори, звичайно, це вони нічого собою не являють. Я дивлюся, що йдуть ті ж. Вони крайне важні. И именно поэтому те же идут туда. Поэтому просто закон о выборах прописан так, что пройти могут только представители крупных партий, для крупных партий. И все в интересах крупных партий. Альтернативы нет. Только там 2-3-4 крупнейшие парламентские силы смогут пройти на местные выборы. Процент такие же. Да, им уделяются. Ну там сложная система. Процент, 5% там. Ты не могут быть альтернативные кандидаты, независимо только в составе блоков политических партий. Ну, монополизация идет. Политизация общества и одновременно монополизация. Грубо говоря, баранов стригут и снимают шерсть. Вот так оно и есть. Не хочеться, але ми якраз в ролі цих баранів поки що. Ну, ясно, що місцеві вибори, скажімо, Київ, провладна партія бере і тут буде все зроблено для того, щоб... Так, але йдуть такі цікаві кандидати, типу Корбана. Они поборются, да, я думаю, ну, що... вони цинічно, прямо і відверто будуть боротися. Да, шерсть полетить, да. От, до речі, Коломойський встиг вскочити в той поїзд, який пішов, йшов начебто від олігархів після Майдану. Вони, ну, тут ясно, що є заздрощі, і в той же час суперництво. Він теж глянув на їх капітали. Але зараз йде консолідація цих от олігархічних сил. Я так дивлюся, навіть корова священна Фірташ, Ахметов взагалі він рятує той Донбас, який він збурив. Ну, у них є дуже противоречиві інтереси, як різні групи, а є маса совпадаючих інтересів, як одного політичного класу. Ворон. І вони безконечні, ні, викльовують часто, але це все одно безконечні переговори. Там, знаючі люди говорять, що ну, час, півтора в день вони розмовляють по телефону, всі між собою. Разговаривати з Москвою по телефону там, і так далі, і так далі. Тому тут два... Вот, типічний день на Україні – це такий. Созванюються вищі ліця з Москвою, що-то там рішають. В це час гибнуть солдати з одної, з іншої сторони, російські і українські. І як би СМІ сообщають, що от, не дамо зраді там, так, розповсюджуватись. Погибло 5 українських бойців в цей раз під обстріл. І так півтора року. Так і живемо. І там на Донбасі народ, навіть на тих територіях, які контрольовані, я вже дивлюся, побувавши за останній раз, там, не сприймає все ж таки нинішню владу і не розуміє.
так и не почули Донбас. Народ на Печерске не воспринимает нынешнюю владу. Кто ее воспринимает? Чемпионы по падению рейтингов за всю историю независимой Украины, по-моему, такого падения рейтинга не было. Да это вообще даже с точки зрения политологии и оценки ситуации в целом по миру, по-моему, знающие политтехнологи говорят, что такого падения рейтинга за год у какой-то выраженной политической силы, тем более занимающей высшие посты государства, не было никогда. Ну, упали рейтинги, и что? Западный политик давно бы уже подал в отставку. Его бы сожрало. А у нас может рейтинг быть минус 17, например, и никакой отставки не будет. Поэтому система тщательно себя охраняет. Это очень прочная, очень надежная и хорошо скроенная система сталинского происхождения. Она перемалывает людей, которые приходят туда, она очень эффективно себя защищает. Посмотрите, есть всякие национальные рады реформ, да, очень толковая группа экспертов, которые прописывают, например, новый налоговый кодекс. Они раньше не могли до Майдана достучаться до чиновников, вообще не встречались. Теперь они достучались, они как бы встречаются на одном форуме, те с ними фотографировались, власть поняла уже, что надо делать, система вернее. Пожать руку, сфотографироваться, заявить, что да-да-да, рассмотрим обязательно и спокойно уйти. Никак не удается, есть люди, которые готовы реформировать страну, технократы, да, там понимающие. Есть люди, есть пакеты реформ конкретные, есть западные средства готовые, западные интересанты, и не только западные, Китай, например, готовы выделить деньги под эти реформы. Только в зацепление с системой не вступаем, она очень часто на себя охраняет. Не получается, шестеренки не заходят, и механизм в целом не начинает крутиться. А крутятся только те колесики, которые, на которых можно сделать пиар под выборы, б, на которых можно, которые безвредны, особо ничего не поменяют. Потому что есть активы, активы надо охранять. Реформы допустимы, но только те, которые удержат активы на плаву, переформатируют их и не позволят их утратить снова. И новые еще захватить. Вот это логика системы. Немає у нас Моїсея, і у нас 40 років немає, в принципі, на те, щоб реформувати все і змінити. Як скоро так, от, в принципі, може це? Тому що це ж люди, дійсно, ви вірно сказали, тієї епохи. Надо розуміти от що, що революція однажды би вилетіла, це як стріла, вона вилетіла із лука, вона обов'язково вирішить всі свої задачі, вона долетить і попаде в цель, в будь-якому випадку. Ми с вами 25 минут констатируем полную безнадегу, описывая, как работает акция. И тем не менее мы смотрим, что изменения происходят. Это раз, во-вторых, страна не захвачена Россией, несмотря на огромные усилия, которые они прилагают. Более-менее держится экономическая ситуация на плаву и так далее. И так далее. Это не заслуга власть придержащих, они пытаются на себя перетянуть. Это другая логика. Это логика истории. Логика истории направлена на то, что несмотря на то, что исторический процесс тормозится, изменение страны, да, оно все равно медленно идет. Усилиями конкретных людей, волонтеров, бойцов на фронте, врачей в больницах и так далее, которые тех там 1,5%, 5% общества, которые решили жить по-новому и пытаются это жить по-новому реализовывать так, как могут. Вот эта закваска, которую бросили в тесто, она постепенно тесто забродит и поднимется. То есть я даю в короткие обозримые исторические сроки. 5-6 лет это будет просто другая страна. Нет, будут дыры на асфальтах, будет еще мусор лежать возле мусорных бачков. Но однозначно это мы перейдем от идеологии проедания негласного к идеологии построения. Новое будет строиться. Эти даже гаврики будут еще кое-где мелькать по телевизору, но их значение будет все меньше и меньше. Просто берется с точки зрения американских аналитиков, для страны, которая проголосовала за независимость, есть два критических момента. 20 лет и 40 лет. 20 мы уже прошли. Как бы, да? И если после 40 лет страна осталась независимой, она уже утверждена в этом качестве на мировой арене, и уже бояться нечего. Я помню, меня поздравили американцы знакомые, там, с которыми я работал когда-то, на 20 лет сказали, все, есть еще 40, пройдите, все. Это не так далеко, это 16 лет. Кроме того, это будет насыщенные очень 16 лет. И молодежь, которая родилась даже вот в 91 году, она уже ничего не знает про СССР и про эту логику. Как бы, да, все дальше от этого отходит. А дальше они подрастают. Современные дети, которым 10, ну, для них это такие динозавры, вот эти все вот люди, живущие с газа и с металлического производства, да, они просто не понимают, что происходит. И есть неумолимая логика времени. Она заставляет нас стареть, для нас, взрослых, да, а детям она, наоборот, раскрывает перспективы, потому что показывает, что все, затхлые одежды падают. Мы все робити, чтобы у них были перспективы. Мы делаем, в любом случае, человеку остаются две вещи. Не соглашаться, не давать себя обманывать, разбираться, пытаться и делать свое на своем месте. Если мы реалисты, мы должны честно признать, что вот прямо так вот пойти на олигархов повлиять достаточно сложно. Даже на конкретного олигарха можно, и эти технологии мы уже знаем. Но трудно на систему. И снять этих олигархов, подрастут новые олигархи в системе. Поэтому, изменяя систему, изнутри не получается, она тоже съедает. Вот мы со стороны ее будем, там, делая свое дело. Надо понимать, что к системе все не сводится, есть общество. Лучший способ избавиться от системы — это просто вот
двигать общество, двигать, развивать. И система снимется с нее, знаете, и будет отброшена, там, задев за какую-нибудь историческую ветку, о которой Господь позаботится. Ну що ж, шановні телеглядачі, давайте себе дурити дійсно і давайте рухати вперед наше суспільство. Воно вже формується. І після Майдану хороші паростки. І головне дійсно там і на фронті, і в волонтерському русі. І багато, як сказав Олексій, людей, які є в резерві нинішньої влади, яких вони не хочуть поки що бачити, але побачать. І вони і почують, нікуди не дінуться. Дякую вам, Олексію, і обирайте день на цьому майданчику для себе зручний і завжди. Я ж підневольний чоловік, ви позвали, я прийшов. Все. Ну от, добре, що є такі підневільні люди, які відкривають очі суспільству на те, що відбувається. Не перемикайтесь, далі будемо говорити про наших трудяжок у Верховній Раді, в Кабміні, як вони працюють і скільки віддають часу на державні справи.